Thank you.
летят, листья золотые устилают сад. Много на дорожках листик золотых, мы букет хороший сделаем из них. Солнце, пропитали, синие туманы.
праздник. Нет, бабушка, не будет на праздник. Хотите? Нам нужно плохое настроение, ребята? Нет? Нет! Не нужно. Хозяин, бабушка, тебе нужен. Да, чтобы точно. Хозяин, чтоб дом караулил, когда в магазин пойду за продуктами. Хозяин? Да, нужен мне домохозяин. Самый главный домовой. А где же мне его взять? Где? Поможем. Поможем бабушке. Поможем. Да. Бабушка-то умная. Сама она идет. Да? Ну ищи бабушку. Какой красив. Ой, какой. Ну-ка, посмотрю. Свободный. Ну что, Альбина? Какие усы красивые! Я бы такой подошел! А еще какой стоит! Стесняется! Бабе-Еге, хочешь домохозяину пойти-то? Ой, какой! Мы не настоящие! Ну-ка, посмотрю здесь! Ну-ка, пойдем! Пойдем-ка с бабушкой! Бабушку не боишься? Будешь домохозяином у меня? Как мне? Пирожки мамкины будешь кушать? А я тебя разным фокусом научу. Хочешь? А кто хочет? Вперед, брака!
батюшке. Так давай, давайте похлопаем. Давай, Камил! Уйди, 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 уйди! О, молодец, молодец, молодец! Стоп! Иди сюда, Данил, только ты бежишь-то от меня. Наши бабушки улет. А грибы, грибы ты любишь? А мухоморы? А пирожки есть? А что есть? Чем же я кормить-то буду? Хиленький такой-то, а? Ты что, хиленький такой? Давай, иди садись. Девочку хочу красивую. Ой, давай. Иди ко мне, скажи. А танцевать умеешь? А с бабушкой будешь танцевать? Да? Как зовут тебя? Маша. Маша? А меня папа Ига. Ну дай, красавица, нам попляшем с Машей, да? Режиссер на Маше. Что? Маша, нам сейчас музыку с тобой какую-нибудь звучит, Маша? Да. Скажи, иди, не
можешь так быстро, как ты быстро идешь. Твою где? Я хочу посмотреть, как ты на метле достигнешь. Вот так вот я могу пойти. Да, бензин я с утра уже заправила, на! Итак, а мы все громко аплодируем. Благодарствую! Хорошие, я рассмотрю, где натуру. Как не подходит? Подходит! Ну что же мне делать? Много бабушка-яга кандидатуру смотрела, много. И девочек, и мальчиков, и тетенек, и дяденек. Но пойду-ка я Кузьку своего поищу. Кузьку? Конечно, Кузьку. А мы с вами еще сегодня увидимся. Осень золотая пришла к нам не одна. Сказочку веселую с собой принесла. Вы тихонечко сидите, сказочку про теремок смотрите. Слышите? Листва шуршит. Кто-то в гости к нам спешит. Я в гаду чищу ёж.
ты поскорей. Вау-вау, гостю чай налей. Сида, Паша, Тися, Наша. Кто в работе молодец, кто в пляске удалец. Плывут, плывут, на улицах плывут.
старайся. У нас ребята хорошие. Кузенька! Кузя, дорогой, вернулся! Давай, давай, возвращай мой дом! Кузя, домохозяином будь в избе моей! Изба моя пропала, возвращай ее, пожалуйста, милок! Изба-то хорошая, бабка! Добротная изба, грязная! И ты меня зовешь к себе жить? Конечно, Кузенька, да где ж я осенью-то зимовать и зиму-то еще буду? Иди я
как порадовали. Вот такая. Да? Ты вообще, Кирилл, молодец. Очень бедный. Понравился вам сегодня утром? Да! А какое время года ты провожаешь с вами? Осень! Серьезно? Да. У меня в лесу тоже дремучим осень. Вот, на избушке моей уже какие листики-то? Осенние. Осенние листики. Зеленые, наверное, да? Зеленые. Хорошие ребятки, и домик стал хороший, сразу преобразился, молодцы. Спасибо тебе, Кузенька, молодцы, что стал моим домохозяином. Конечно. А давай с тобой ребятки-то поблагодарим. Да давай, обязательно надо. Я же вместо мухоморов-то яблочки золотые принесла, вкусные. Спасибо. А вот отдам вашему воспитателю, она потом вам даст. Скажем спасибо, бабушка. Спасибо. Давайте, ребятки, до свидания. До свидания. Давай, отдай, конечно, давай. Ой, Кирилл, ты только бабушку не раздай. Бабушка, ставь. Ну все, давай. Давайте, утром продолжайте. Простите, пожалуйста. Мы на празднике на нашем друг за ложками попляшем. Право стук и влево стук. Ты мой друг и я твой друг. Громко топнем ложками усы. Пляшем танец с ложками. Улыбаться всегда. Дети, со мной вы согласны?